Богатые на события и творческие открытия. Таким был прошедший год театра в Северной Осетии. Итоги подвели в Союзе театральных деятелей республики. Одним из главных по праву можно назвать возрождение конного театра «Нарты». При доме-интернате для престарелых «Забота» создан инклюзивный театр «Вдохновение». Артистам Русского академического театра год запомнился насыщенным гастрольным графиком. На заседании обсудили реализацию программы «Социальная поддержка деятелей культуры» в 2020 году. Союз театральных деятелей России будет оказывать материальную поддержку деятелям культуры и работникам театра. За вклад в развитие театрального искусства от имени председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина осетинским актерам вручили благодарственные письма. Это помощь актерам и не только актерам, работникам театров. Если раньше это было только членам Союза театральных деятелей, то сейчас это всем деятелям культуры. То есть, есть там такие разделы, там и одинокая мать, и там или ребенок, который нуждается в помощи, родителей нету. Или же отдых для актеров, или же лечение для актеров.